Внимание на старт, участники приза «Золотой колос» в боксах. И дан старт скачки. Прием выигрывает Эстелла. На втором месте Нарцана. Скачку повела Эстелла. Ее захватывает Тур де Франс. Тур де Франс повел. Эстелла второй с небольшим просветом. На третьем месте едет Радха. Далее Патриот Кавказа. В отметке 500 метров скачку ведет Тур де Франс. Эстелла второй. Радха третий, Тур де Франс четвертым. Выход на финишную прямую. 500 метров пройдено за 30,8 секунды. Тур де Франс впереди. Эстелла полевой стороной накатывает. Далее 4 лошади едут очень кучно и накатывают на первых двух лидеров. Дальним полем Нарцана делает мощный финишный бросок. Эстелла выходит вперед. Нарцана на втором месте. Тур де Франс держит третьим. Нарцана полевой стороной захватывает Эстеллу и выигрывает скачку. Нарцана, Эстелла, Джет Хайт, Тур де Франс, Радха, Патриот Кавказа замыкает Лайт.